Так, Ирина Басюк, Юля и Артем Гифнидер. Вроде все. Замечательно. Начинаем. Приветствую вас, дорогие лидеры, консультанты и гости Oriflame. Традиционно каждый декабрь мы подводим итоги года уходящего. И я не зря развешивал сегодня на нашу новогоднюю елку специальные и милые моему сердцу новогодние украшения. Каждый шар посвящен одному из наших новых лидеров бриллиантовой и исполнительной команды в 2014 году. И я еще раз с удовольствием поздравляю новых бриллиантовых директоров. Анну Слепченко из Норильска, Ирину Басюк из Омска, Ольгу Лягушину из Тульской области, Юлю и Артема Гифнидер из Барнаула, новых старших бриллиантовых директоров Веру и Юрия Сосоевых из Оренбургской области и новых исполнительных директоров Екатерину и Виталия Косицыных из Благовещенска. В Новый год мы традиционно задумываемся о планах, мечтах и новых целях. А потом Новый год проходит, мы снова возвращаемся к обычному темпу жизни, окунаемся с головой в ежедневные дела, заботы, иногда мечты оставляем на завтра. Также и елку с новогодними украшениями мы разбираем, елочные игрушки складываем в коробку до следующей зимы. Но в этом году я хотел бы поступиться традициями и оставить новогодние украшения в своем кабинете до следующего декабря. Почему, спросите вы? Потому что я выделю в офисе специальное место, где буду собирать фотографии лидеров, достигших новых топ-званий весь следующий год. Ими я украшу елку на следующий Новый год, и я надеюсь, что на пороге 2016 года на нашей елке не останется ни одного пустого места, и она вся будет покрыта украшениями с фотографиями новых лидеров Oriflame. Друзья, всем тем, кто в этом году поднимался на сцену в новом менеджерском уровне или звании, а также всем, кто сидит в этом зале, я желаю в наступающем году достижения новых результатов. 2015 год, и это очевидно, без всяких предсказаний оракула или гороскопов, будет годом продолжения того роста, который мы начали в уходящем году. Вы можете подхватить эту тенденцию, почувствовать энергию роста, передать ее своим консультантам. Рассказывайте людям обо всех мечтах, которые они могут воплотить с Oriflame. Поддерживать свою красоту благодаря инновационной косметике, разработанной в Швеции. Обеспечить себе надежный дополнительный доход, получая деньги на свои первые мечты. Заняться собственным бизнесом с неограниченным доходом, используя план успеха Oriflame. Жить полной жизнью, настоящим европейским стилем жизни, посещая международные конференции и модные светские мероприятия от Oriflame. Перед боем новогодних курантов сделайте ревизию своих мечтаний. Запланируйте рост, чтобы не остаться от него в стороне. И пусть наступающий год станет годом ваших новых свершений вместе с компанией Oriflame.